В прошедших недавно внеочередных выборах президента Республики Казахстан по Жамбылской области в качестве наблюдателей приняли участие 3666 членов комиссии. В подготовке и работе избирательных участков были задействованы около 470 руководителей и сотрудников различных организаций и учреждений. И сегодня группу особо отличившихся чествовал председатель областной избирательной комиссии. Следует отметить, что в регионе действует свыше 60 различных средств массовой информации. Среди них благодарственных писем удостоились коллективы областного телевидения и телеканала 77 ТВ и областной газеты «Ак-Жол». В этом списке также акимы ряда сельских округов, руководители управлений и ведомств региона.